Помните, я вам показывала дом, который снесли и начали строить, ну, буквально 3-4 месяца назад. Вот он уже практически готов. Бетонная коробка готова. Сейчас начнутся отделочные работы. Всем привет, дорогие друзья из жаркой Алании. Мы продолжаем с вами тур по продуктовым магазинам. И сегодня идем в магазин А101. Посмотрим, чем он отличается от Шока. Ссылка... Нет, мы с вами в Биме были, в Шоке мы еще не были. Ссылка на обзор магазина Бим смотрите в описании. Ну а сейчас давайте пойдем и посмотрим, что же есть интересного в А101. Ну и самое главное, какие там цены. Магазин А101 выглядит вот таким вот образом. Такая голубенькая отделка у него. И как и в магазине Шок, и в магазине Бим, на улице есть вот такие вот объявления, которые вы можете посмотреть заранее и увидеть, что продается в этих магазинах. Здесь есть и техника, и одежда, и товары для дома, и обувь, и различные скидки на продукты питания, на порошки, на лимонады и так далее. Поэтому обращайте внимание на вот эти вот постеры. Заходим в магазин. Нас уже здесь ждет Айхан. Айхан, привет. Привет. Нел Юрос. Мы пришли купить кое-что для офиса и заодно покажу вам все. Вот смотрите, мало масло. Оливковое масло 18,50, 29, 2 литра. Это не супер качественное масло, но более или менее. Масло 8 лир стоит масло обычное подсолнечное. Здесь у нас различные крупы. Например, рис 3,75 стоит килограмм риса. Можно купить 2,5 килограмма за 9 лир. Есть различные другие бобовые, фасоль. В общем, выбор достаточно большой. Также здесь есть хлеб. Вот это обычный стандартный турецкий хлеб. Стоит он 1 лиру, каждый день свежий. Есть разные другие виды хлеба, но цена от лира. И видите, есть вот такой вот хлеб. Экмек хашашлы. 3,25, самый дорогой. Айхан, пирсоровар. Эны и экмек ханги, самый хороший хлеб, какой? Вот. Тамбудай. Ага, Айхан говорит, что самый хороший хлеб это вот этот. Тамбудай унлу экмек. Некадаро. Сколько он стоит? Он стоит лиру 75. Айхан, санада башка сорвар. Чай. Ханги чай алмаклязом. Друзья, вы спрашиваете про чай, какой чай лучше покупать. Вот сейчас Айхан нам скажет, какой чай лучше всего покупать. Чай фирмы Чайкур. Тирьяки чай. Bunun 3 farklı modeli var. Hangi isterse alabilirler ama en iyi Тирьяки. Айхан говорит, есть 3 разных вида. Bu da başka model. Hayır, bu da Çaykur Rizesi, turist çay. Ha. O klasik. Это классический чай, но Айхан говорит, что лучше всего брать вот этот вот. Neden bu çay daha iyi? Onun harman güzel, karışım. Айхан говорит, что очень хорошая смесь. Ne kadar bu çay? Стоит он 23 лиры 1 килограмм. Вот Devlet şirket. Çaykur это государственная компания. Ve bu da Doğuş. Ve bunun da ürün güzel. Filiz çay. Есть также вот такой вот чай Doğuş, Filiz çay. Килограмм стоит 20 лир. Bu çay nasıl? O da güzel. Вот этот чай тоже хороший. Zaten en pahalı çay o. Ризе, самый дорогой, он стоит 25 лир. В общем, я надеюсь, что мы вам ответили на вопрос, какой чай покупать. Они есть, в принципе, во всех магазинах. Ну и обычные чаи стоят упаковка 6 лир, лиру 50. Вот такие вот лимонные всякие разные. Здесь есть всякие сладости, вкусняшки. Что мне нравится в магазине А101, так то, что здесь продаются совершенно разные виды всяких сладости, например, вот такие вот какие-то кексы. Таких кексов нет в Шоке и в других магазинах. Печеньки,
Ну и совсем другие виды всяких разных. Тимачу кефир. Ты хочешь кефир? Да, я хочу кефир. В общем, заходите, смотрите, здесь вы найдете тоже много разных видов всяких крекеров. Например, вот такие вот интересные крекеры для тех, кто хочет худеть, наверное. Onlar эти еда ülke arasında. Önce эти. Önce эти. И Айхан еще говорит, что если вы будете покупать крекеры, печеньки разных фирм, обращайте внимание на фирму. Самая лучшая фирма в Турции это эти. Вот так вот она выглядит. Или Ülker. Ülker var mı burada? Или вот, видите, Ülker. Вот эти две фирмы. Вот эти вот две фирмы, эти или Ülker, вот это самые лучшие производители вот всяких разных вкусняшек в Турции. Конечно же, здесь есть чипсы, но самое главное, друзья, для меня больше всего в этом магазине интересен вот этот вот отдел, потому что здесь продаются разные сухофрукты. И цены здесь, в принципе, такие же, как и везде. Здесь есть и леблеби, и смесь разных фруктов, разных орехов, какая-то кукуруза в соусе, но здесь есть еще клюква. Вот такая вот клюква сладкая, сушеная, ее нет ни в каких других магазинах. Также здесь есть слива. Скажите, как это называется, сушеная слива, не помню, 5,95 она стоит, очень вкусная и полезная. Есть здесь в соусе, орехи в соусе, есть орехи кэшью 10 лир. Грецкий орех, вот это вот грецкий орех я всегда покупаю маме, пол килограмма, 400 грамм, стоит 20 лир, либо грецкий орех 150 грамм. 11 лир. В общем, здесь очень-очень хороший выбор орехов и сухофруктов. Можно купить еще вот такую вот вкусняшку. Орехи в сладком, в сладкой оболочке в какой-то. Стоят они, видите, 10 лир. Идем дальше. Очень много здесь разных видов варенья. Например, есть мед. Вот такой вот мед сосновый, 460 грамм, 10 лир. Всякие пасты, варенье, например, клубничное, 5,75, 700 грамм. Есть также большие банки. Яйца, перепелиные яйца, 2,75, кофе. А, нет, это специи. Вот, кстати, вот эти вот специи 2,60. Очень много разных специй. Обращайте на них внимание. Вы их можете также приобрести с собой. И, кстати, я советую всем покупать специи именно в магазине, а не на рынке, потому что здесь вы видите срок годности. Есть мясо. Например, почем здесь мясо? Крылышки 17,95. Курица. Ножки куриные 12,50. Целая курица стоит у нас 8 лир. По-моему, нет, целая курица стоит 7,95. Из молочных продуктов здесь, в принципе, тоже есть все. Йогурты, молоко, сыры. Продаются изредка фрукты и овощи, но фрукты и овощи никогда в А101 я не беру, в отличие от Шока, где я иногда покупаю. Здесь есть много разных видов сыра, может быть чуть больше, чем в Шоке, но цены в принципе все одинаковые. Есть несколько видов суджука, вот вы видите самый дорогой суджук, говяжий, 25 лир. Чуть дешевле есть, за 250 грамм 16,75 и за 14 лир. Масло, например, почем масло? 250 грамм масло стоит 8,50. Можно купить большую упаковку. Ну и, конечно же, есть маргарин
по 3 лиры. Колбасы, как я говорила, в Турции нет практически никакой. Она вся вот такого плана, как салями. В общем, выглядит она вот так. Разнообразия в этих магазинах нет никакого. И сосиски такие же. Сосиски крашеные, невкусные. Например, вот видите, такие прям красные-красные. 4 лиры 25. В магазине А101, так же как в Биме и в Шоке, продают различные товары. Как я вам показывала на входе, висят объявления. Вы можете посмотреть, что когда привезут. Видите, всякие разные рамки, детские игрушки, посуду, чайники. Вот смотрите, очень хороший вариант для тех, кто любит турецкий чай. У меня, например, мама берет, и многие берут вот эти чайники и везут домой. Стоит он всего, видите, 75 лир. Можно взять и дома уже заваривать турецкий чай. Есть различные принадлежности, например, дрели. Мы здесь покупали, кстати. Мы даже в этом магазине купили телевизор. Есть недорогие бытовые приборы, книги, детские игрушки, весы. Ну, в общем, много-много всего. Например, сколько стоит здесь вода? 0,85 стоит вода 1,5 литра. Цена ничем не отличается от магазина Бим или Шок. Много разных лимонадов, соки. Если вы хотите купить качественные соки, обращайте внимание на то, чтобы здесь было написано. Видите, написано Мейве, 100% сок. Буюздаюс. Видите, вот это вот вишневый нектар. Это не 100% сок. Вишня, нектары, это нектар. Если будет написано Мейве Су, то тогда это уже будет. Вот, видите, написано Эльма. А? Бугерчек дымы. Будет 100% сок. А вот это вот нектар. Видите? И когда вы покупаете, старайтесь покупать, где написано Су, Сую, а не нектар. Потому что это 100% сок. Ну, сколько стоит сок? 2,75. Так, идем дальше. Здесь есть и коврики всякие разные, и для кухни пластик, всякие разные бутылочки. Ну, в общем, очень много детской какой-то одежды, пижамы и так далее. Пашкар-бушейок. Также детское питание. Вот здесь вот прям есть целый отдел для детишек с памперсами. Например, памперсы сколько стоят? 4,95. Детские всякие разные шампуньки, детские крема и детские разные смеси и, например, детские пюре. Пюре стоит 1,90 лиру. В конце есть порошки для дома. Еще, друзья, я вам много раз говорила, что в Турции есть, если покупать в этих магазинах, вот смотрите, разница в ценах. Например, крем для того, чтобы чистить ванну, туалет и так далее. Например, Джиф стоит у нас 5,95, а точно такая же турецкая марка Чичиим стоит 2,45. И она ничем не отличается от Джиф. Я всегда покупаю турецкую марку, потому что она дешевле, но разницы никакой. И здесь разные порошки, жидкие. Цена за 5 килограмм пирожка от 18 лир, 3 килограмма. Много разных бытовых принадлежностей. Продаются здесь телевизоры. И зубная паста на входе, различные дезодоранты. И, как я вам говорила, в магазине А101 также продаются женские маечки, трусики, всякие разные мужские маечки, бюстгальтеры и так далее. Обращайте внимание, здесь все, вот, например, такого плана мужские шорты, футболки. Обращайте внимание, здесь все очень дешево и 100%
хлопок. Айхан уже на кассе. Вот такой вот телевизор мы купили, кстати, в А101. Очень нам нравится. Он у нас был с Wi-Fi, чуть побольше мы купили, но очень качественный, фирмы SEG, но это фирма Vestel, то же самое. Также здесь иногда продаются цветы. Можно купить на балкон. Вот так ребята работают, возят товар. Ну что, друзья, надеюсь, я вам показала более или менее цены на магазин в магазине А101. В принципе, он ничем не отличается от Шока и Бима, цены такие же. Ассортимент чуть-чуть отличается. Можно купить, например, клюкву и какие-то товары других фирм, но такие же по качеству, как в А101 и в Биме. Во всей Турции магазинов А101, представляете, 7000. Поэтому мне нравится этот магазин, но ходим мы в него не так часто, потому что не совсем рядом с нашим домом. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пишите ваши вопросы, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.